В Подмосковье стартовал сезон охоты на копытных. Тем, кто будет добывать дичь, егеря советуют запастись всеми необходимыми разрешениями. На кого можно охотиться, мы узнали. С сегодняшнего дня в Подмосковье открыт сезон охоты. Добычей зверобоев могут стать кабан, лось, косуля, пятнистые и благородные олени. Егеря настоятельно советуют охотникам уже сейчас подготовить все необходимые документы. Охотничий билет, разрешение на оружие и добычу и путевку. С учетом москвичей, постоянно приезжающих к нам на охоту, общее количество охотников может достигать 500 000 человек. В осенне-зимний период разрешено будет добыть всего 1324 животных. Помимо охотников, в лесах Подмосковья встречаются и браконьеры. В прошлом году они незаконно добыли 29 лосей, одну косулю и 4 пятнистых оленей. Штрафы за нелегальную охоту большие. За прошлый год браконьеров оштрафовали почти на 2 миллиона рублей. Это 886 лосей, 222 косуля, 120 благородных и 96 пятнистых оленей. В охотохозяйствах рассказали, что надеяться на авось и идти в лес без документов и разрешений не следует. Егеря с 1 октября переведены на усиленный режим работы.